Ну, как обещала, открываем программу KnitStyler, раздел рисование и заполняем полоски. Полоски будем рисовать небольшие, их проще потом будет растянуть на весь экран. Вставлю кисточку. И поскольку у нас четное количество рядов в каждой полосе, двойную точку, делаю побольше, так, побольше, побольше, наоборот, чтобы каждая клеточка была хорошо видна. И начинаем рисовать по той схемке, которую нарисовали. 4 серебряных. Ну, для начала меняем палитру. Серебряные будут у меня в качестве белых. Их 4. Значит, 1, 2, 3, 4. Дальше. 8 бордовых. Бордовый сойдет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Дальше 6 апельсинов. Это золотые. Раз, два, три. 6 бисквитов. Это светло-бежевые. Светло-бежевые будем менять вот тут. Определяем цвет на светло-светло-бежевый. Ищем, где он там. Вот такой. Их 6. 1, 2, 3. Ну, так-то лучше. Бисквит нарисовали. 2 темно-зеленых. Но с темно-зеленым проблем нет. 2. Все. Вот. Вот так вот мы с вами разнесли их. И сейчас надо все это по полю расположить. И вот полоски, которыми мы закрасили с вами все поле. В принципе, мне очень даже нравится. Как бы там ни было, даже если я где-то ошиблась, полоски просто чудненькие. И если, видите, классно то, что они повторяются. Программа сама их разложила буквально одной кнопкой. Все, экран заполнен. И сейчас, когда я буду накладывать сюда выкройку, ну вот возьмем какую-нибудь. Вот возьмем маленькую выкройку. Она у нас в узоре принимать участие не будет, но если я ее расположу здесь, то вот так будут идти полоски. Видите, они будут замечательно совершенно смотреться. И самое главное, что когда, если бы я вязала вот эту деталь полосками, я могу ее разворачивать, переворачивать, несколько деталей провязать, она будет смотреться абсолютно одинаково. Идеальная работа программы. И при этом, заметьте, я все делаю в программе, не используя никаких электронных приспособлений вязальной машины. Собственно, и вязать я буду тоже совершенно спокойно, без подключения электроники. Поэтому те, кто думает, что вязальные программы это исключительно какое-то приложение к вязальной машине, ничего больше, нет. Я работаю в программе без электроники, компьютер стоит вообще в другой комнате, машина в другой, никак они не пересекаются. И для того, чтобы вязать, мне совершенно не нужно подключать машину, потому что я могу пойти в раздел вязания и просто, двигая линеечку, вот мышкой двигаю себе линеечку, и у меня программка указывает, в каком месте я буду делать убавку-прибавку и смену цвета. Вот все отлично видно. Мы спокойненько можем провязать абсолютно любую деталь без подключения компьютерной машины вязальной. Неважно, что у вас, Нева, Silver, Brother, Toyota или что-то еще. Так, мы полоски с вами нарисовали. Если вы не понимаете, как это рисуется в выкройку, я буду показывать исключительно в мастер-классе, покажу вам, как вязала эти полоски, само собой. Но если вы не понимаете, что я вообще делаю в этой программе, как я рисовала, как вообще в ней работать, очень вам рекомендую пройти курс KnitStyler Design Knit за 5 дней. Вот там мы разберем и как рисовать, и как вязать, и как накладывать узоры, и как создавать выкройки, и вообще как работать с этой программой. Полный теоретический курс. И плюс практическое изделие. Очень интересное и необычное. И приступаем к вязанию джемпера.